Корреспондентом может быть любой желающий. Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, забавного случая или просто хотите привлечь внимание к какой-либо социальной проблеме, достаточно взять в руки камеру, мобильный телефон или включить видеорегистратор. Ваш репортаж увидит вся республика. Дети, люди старшего поколения, молодежь, все могут взять в руки фотоаппарат или камеру и стать соавтором нашей программы, поэтому интересно будет всем. Снимайте. Отдельное внимание в программе «Мобильный репортер Хакасия» мы отводим детям. Они, как известно, самые лучшие актеры. Просмотр видео с участием ребенка практически всегда дарит самые положительные эмоции. И не только. В конце каждого месяца мы будем подводить итоги. Автор ролика, набравшего наибольшее количество просмотров, получит приз от наших спонсоров. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте «Вести ТВ» и на нашем сайте «Вести-Хакасия». Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, мы есть во всех популярных социальных сетях. Присоединяйтесь к группе «Мобильный репортер Хакасия». Присылайте свои работы. Нам интересно все.